Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, здравствуйте! Заканчиваем приключения на этом, на тропическом атолле. Тропический атолл. Атолл тропический. Все. Поехали. Здесь мы брали эти самые, как его. Эти самые брали. Alt Z. Интерфейс включает и включает. Включает. Вот, берем задание. Идем туда. Бомс. Это у нас что? Лягушка. Вращает лягушку. О, господи. Как-то не к месту. Ну ладно. Заодно покажем, как попасть на тропический атолл. На это и так все знают. А это... это место... место силы для всяких... всяких этих, как его, ну как его, какой он у него там этот, этот как его, ну этот, зверобой, змееловов, как его там, как его, этого, ну вот этот в общем. Разновидность такая. Вот это вот разновидность такая. Ну, которая управляет зверюшками. Всякими зверюшками управляет. Язычник, во. Язычник вызывает питомца, сражающегося на его стороне. Осиный рой, ля-ля-ля, и так далее. Ура. Вот, вот, вот сюда, в это место, могут попадать только язычники. Место здесь, как оно называется, царство природы, а, царство природы, здесь можно убивать конкурирующие, как его, в общем, это лагерь наших союзников, а это лагерь наших противников. Это Советский Союз, противник царской России. Почему-то в это время. Ну и ладно, хотя это одна и та же страна, но разные государства. Здесь все силы зла сосредоточены в Советском Союзе,
Силы добра, царской России. Почему-то так. В игре Аллоды. Что-то им колонистый разработчикам, что-то как-то они их как-то обидели, что ли. Отправиться к месту привязки камня путешественника. Разузнать о царстве природы, покинуть царство природы. Все. Ой. Куда-то не туда попали. Попали куда-то не туда. А может это просто доставка. Нет, все, все в порядке. Все в порядке. А мы уже испугались, что клеймингом или как это. Как-то так. Как-то так. Здесь все тусуются, тусуются везде. Чего тут улица? Вот этот один из нарядов, который можно приобрести в тропическом отеле. Тропический отель. Наряд такой симпатичный. А у мужиков не симпатичный нарядик. Нарядик совсем не симпатичный. А здесь купальник вылезает. Как-то не очень. Как-то не к месту вылезает. Ой, и здесь тоже вылезает. Купальник другой. А здесь. Надеть. Надели? Надели. На тебя не вырезать. Значит, в порядке. Ничего лишнего не вылезает. Вот. Вот этот нарядик, потом еще. Вот этот нарядик. Это мы показываем. Ай. Это мы показываем, что можно приобрести на тропическом атолле. На тропическом атолле. На тропическом атолле. Пугайчик тоже оттуда. Я так понял. Еще здесь можно лето волка приобрести. Деревушка такая симпатичная. Это волк. Потом что там еще? Солнечный жеребец. Ох.
Такой туманный сон, слушай, ребят. Такой же ответ. Снимать. Включаем заморозку. Включаем. Такую птичку еще можно в тропическом отеле провести. Она очень громоздкая и раздражает людей, у которых ее нет. Зачем людей раздражать? Вот и все. Если раздражать людей, то лучше уж. Какие-то трудности и проблемы у нас. Вот так вот. Здесь мы никому почти не мешаем. Почти. Статуйка. Только статуйка. Рулька к нам пришла. Рулька. 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 Девочка такая. Сколько? Сфинкс тоже выдается на грифон. О, на атолле. На атолле. Тропическом. За ракушки. За ракушки их можно привезти. Всякие наряды. И всякие штучки. Наряды и штучки. Ну, всякие здесь. Всякие-всякие. Вот этот самый. Это как называется? Это называется купальник. Купальник в тропическом атолле. Какая-то кувшинка здесь. Банан. Бананы. Бананы. Птичка. Милечка. Попугайчик. Кокосы. Ой. Кокосы какие. Только какие-то они
questo c'è. Certo, ah, qua, tesoro, vediamo, mi sono для серфинга. Корона. Тропическая. Нарядик бриллиантский. С огнем. Детям спичка не игрушка. То есть спички. Так, так что тут еще? Это все уже показали. Это показали. Это, вот это, да, вот это самый мой любимый, нарядик для мужчин очень не симпатично. Фу. Так. Все. Красоту. На рюкзак у нас вот этот место. Все, а место рюкзака. А можно сову на левое плечо. Сова на плечо. Еще шаг. Ой. А, лиса. Живая. Живая лиса вместо шапки. Ужас. Ну ладно. Ти-ти-ти-ти. А вместо лисьей шапки можно очки одеть. Еще симпатичный рюкзак этого какого геолога. Что-то типа того. С красивыми каменными вылезающими наружу из рюкзака. Такая прелесть вообще. Ну, вообще. Ну, это для... Это для этого рэпа или еще типа того. А, Гоблин Бол. Гоблин Бол. Тря-ля-ля. Так. Мы это зимой будем. Будем зимой собирать всякие штучки. Если доживем. Ух ты. Это ценный стиль. Зимний наряд. Тропический. Ладно, это мы все убираем. Убираем, убираем. Все. Ох. Где мы там? Мы там, там. Там, там.
охотник. Вот такое величественное животное. Циклон. Грифон циклон. Это это солнечный жеребец и лето волк. Вот эти три зверюшки, которые можно получить, заработать, купить на ракушке. Но нам больше нравится лев. Лев симпатичный. Всех этих ребят. Ну, если только это солнечный жеребец, еще лучше. Вообще все нормальные, кроме вот этого вот грифа. С грифом секретно. Жеребец симпатичный дыбы встает. Его можно делать статуей. Ха. Симпатично, что? Это штучка. Раздели игрушки, которые мгновенно замораживают героя с маунтом. А маунт — это ездовое животное. Мы бы, может, и пошли просто жреца какого-нибудь без этих вот пальмовых листьев. Ну и так, нормально. Так, это мы удаляем. А, правая кнопка мыши. Так. Тому сюда. Сейчас последнее слетаем, заберем. Отправиться на тропический отдых. Нам там только осталось взять. Что взять там? Осталось там. Что там? Что там взять-то? Вот. Сейчас исчезнет ее наряд. Симпатичный. Птичка такая. Свет. О, исчез. А вот в этом нет огня. Вот здесь вот огонь горит. На том наряде, который вот у этого фарцовщика можно купить. Значит, вот берем у него это самое задание. Идем. Берем задание. Ловец. А, мы уже взяли. Так. Где оно? Что-то. А вот загорелось. Вот оно загорелось. Идем сюда. Загорелось. Где? Вот. Идем. И нажимаем Z. Ну, получилось. Нужно жемчужину получить.
И тогда выполню задание. И нам дадут ракушки, которые потом можно обменять на всякие штучки гардеробные. Праздник. Праздник тропический атолл. Праздники тропический атолл. О! Новогодние праздники как-то даром прошли у нас. Не очень. Одеяние полярной звезды, одеяние серебристой пыли, шапка полярной звезды. У нас нет шапки серебристой пыли. Если доживем, тогда возьмем в Новый год. Получим эту штучку, дрючку, выдрючку и тонец. А вот игрушки. Игрушки, вот у нас одна есть игрушка. Превратить себя в ледяную скульптуру. Заморозка. Превращает в слугу колдуна стража. Где душегубка? Господи. Ужас. Осквернитель, страж, душегубку, осквернителя, стража, осквернителя, и т.д. и т.п. Праздники, игрушки, праздники, опыт искр. Опыт искр. Уз пророка пригодится в хозяйстве. А это кто такой? Дарует весьма привлекательное и пушистое обличье. И так далее. Принимая облик одного из помощников Нихиль, вы можете закрыть всех членов своей группы барьером, который поглотит до 95% урона. Ничего себе игрушечка. От первой атаки в течение 6 секунд. Заклинание можно применить только находясь в рейдовом подземелье или на астральном острове. Элемент физика. Вспомнить о былой битве. Копье на память. Вспомнить о битве. Кананом. Заклинатель может выбрать жертву для страшного ритуала. После согласия вы получите эффект права первого. Первое ваше заклинание нанесет урона на 500% больше, но при этом ваша жертва погибнет. Заклинание можно применить, только находясь в рейдовом подземелье или на астральном острове. Непонятно почему, но при этом ваша жертва погибнет. На 500% больше урона наносит, и вы это их удивляете, жертва погибнет. Странно вообще. Предложение какое-то странное. В определенной зоне. Могучий прыжок. Лев прыгает в указанную точку, после чего накладывает на все союзные цели барьер, поглощающий до 50% урона в течение 4 секунд. Заклинание можно, ну не так же. Вообще отклонились от темы.
этой темы. Нам одну еще штучку надо. Еще штучку одну надо. Из серии «Праздники тропические», а то гардероб, костюмы. Ух. Нет, не жемчужина. А вот это вот чудо в перьях. На тропическом атолле не дают. Зет. А теперь икс. Вместо зет у нас лев. И опять мимо. Можно, конечно, плавать все-таки. Ну, вот туда, там много всяких. Много-много всяких. Можно, не сходя с места, искать жемчужину. Да, это долго. Но без среды. Но долго. А куда мы нам спешить? Куда мы спешить? Нам уже спешить некуда. Для последней штучки нам достаточно 250. У нас уже 254. Так, что тут у нас? Ничего, ну ладно. Поплаваем чуть-чуть. Одну жемчужину найдем, завершим квест, купим плавник акулы и что? Где эта штука? А, вот она. Можно нажать на R и плавать без остановки. А когда она подплывает к нужному, нажимать Z. Так. А, вот мы жемчужину уже поймали. Поймали жемчужину. Ракушу поймали. О, дерево какое. Еще одну ракушку. Ладно, выбросимся. Так. Сейчас осмотримся. И там эти штуки. Нам. Идем. Идти. Идем прямо. Вот она, жемчужина. Ракушки. Дадим квест. Здесь нужно брать квест, то есть можно брать квест, превращаться в акулу и пугать туристов.
Nessuna borsa che costa. No, c'è un sentiero. Devi vestirti. Se però hai chi... A costi di sono tagliosi. Poi c'è chi solo a costi. Non ci sono tagliosi. Forse i tiracuschi. Ah, tiracuschi, italiano tiracuschi. Vada a Cracusca. Sì, questi biglietti non ti sono stanno a buscare una vez. Please. Sars però de Stona sotto de Litraic da copiti e chitavar almeno si vede in mano che non ha rato scarno si vede e gusci o a barotto di sede e stuc almeno so che bir su da smotrim. Ah, ecco, mi si dà subito. Еще что? Еще вот это вот берем купить редкие товары. И вот последний товар у нас акулий плавник. Трофей, добытый в бою со страшной морской тварью. Есть чем похвастаться. О том, что добыт он не вами, можно скромно умолчать. Все? Понял? Тик. Ценности. О, ракушки 17, значит купили. Так, купили. Еще. А если еще раз посмотреть, редкие там, купить редкие товары. Ага, значит сначала он попасть в гардероб, потом видно будет, что мы его уже купили. Он в редкостях. Нажимаем правой кнопкой мыши, и он очутился в гардеробе. О, ну, очень несимпатично. Очень. И гаркун торчит. Зачем это? Красивость такая. Рюкзак. Так странно. Мы, конечно, если прыгать, он будет вылезать. Кто-нибудь примет нас за акулу, испугается. На это можно везде делать, кроме атолла. Здесь эти все красивые вещи не видны. Тропического атолла.
Visst, jag kunde inte fiska med då. Jag ska vara en sin plats. Ja. Men jag tror bara så att jag är igen. Så bra livsiga. Tänk jag hur ska. Klick. Ja. Наше приключение на тропическом атолле завершено, потому что все приобретено. А, нет, не все. 16 из 22. Значит, что это значит? Это значит, что 6 штучек. Не приобрели. Странно. Может, это... А! Нет. Мы подумали это. Что это? У нас все это есть. Подумали, может, напиться еще? Но это ж не редкие вещи, и гардероб их поместят. Да, ну, в общем. А что здесь делает эта штука? Да. Не такое не взять здесь. Сувениры. Так. Довести. Турнир крови. Подарки там. Господи. Купить билет. Спасибо. Ладно, пойдем отсюда к терапевту. Нафиг, нафиг. Сейчас по-другому. Покинем мотор. Ну понятно, почему она все время перемещается в царство природы. Ну понятно. Ой, какой странный наряд. Странных наряд. Где эта штука? Робки. А, вот она. Преобразилась. Так. Какие форки.
Stora kuszyk. 161 rakuszka. Wolno jedni padarek. Słoneczny jedni padarek. 190 tropicielskich jedni padarek. Od starej lidy z wiadomych zmieni z padarek rakuszka. Zaczynasz kartę jajka. Wyskacie wyliczenie. Wraz z personażem na tej rzeczy nowa szkatułka. Wyskacie wyliczenie. Nie pamiętam. Nowa. Chciałam na tej skatułki zgadzać no i pisa. Jak można zdać? Jak można zdać? Jest. Też można zdać. Można zdać spokojnie w zimnych kanikuł. Wszelkich przykluczeń. Stadiona, złota kula, o, a rycerski kierunek, no to ładna, szczyta kula, baka kota, może nie jest niezakończony, to jest tutaj. Już to te święta. Nie zadanie. Oczywiście nie takie zadanie. Czerwona pieniądze z czarstwa przyrody wieczne. Może nie tyle kani pieniądze nie czuta, ale to jest nic. Nic wiesna. No ładno, mówię do marudzi się wolno. Takiej nocy. Jakoś jedno. Takiej nocy zaraz to bierze. Tam gdzie? W chramie. Jest moja krzemnicy, jest można. Ona ma ten grazik. No to nie zajmę się. No, to jest nigdy, że nigdy w pełnoś. A to tak. Co?
Prima non ti mostra così. Grifa, giurezza e bocca. Mi prostra a zelico. Bocca, ma c'è il bidello. Mi vedo gara a terra. Non tradisci a tu, mostra papà, stolca. Mano papà stolca. Sbazzato urmo. Gioia. Все. Пусть. Всем привет. Заходите, если что. Закончить трансляцию. Даже это не трансляция, а запись. Так, я заканчиваю. Заканчиваю. Если мы уснем сейчас, то закончу. На кнопочку. Жми на кнопку. На кнопку жми. Жми на кнопку. Жму. 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 Всем пока. Пока-пока.